Всем привет, с вами Библия Клауд. Выставка подходит к концу. Вайпэкспо 2016 в Москве, в Сокольниках. Мы не перестаем бегать, носиться, чтобы пытаться донести до вас все самое последнее, все самое новое. Но бывает так, что, как и на прошлой выставке «Русский Вейп 3», ребята приходят к нам, действительно показывают интересные продукты, о которых мы не можем не рассказать. И один из таких продуктов – это механические моды от Восход Labs, прямиком из Питера. Всем известный ГЛМ тоже был из Питера. В Питере умеют делать мехмод. Russian Mechanic, ГЛМ, теперь Восход. Но ребята подошли немного с другим взглядом на создание меха. Выпустили целую серию из трех дизайнов с разным покрытием. Изначально идет версия Футура, Грип и Колонна. То есть вот это, допустим, грип выглядит, напоминает, допустим, ручку от какого-то мотоцикла. Полностью посеребренные механические моды. Внутри это медь посеребренная. В этих двух версиях это царакот. Тут просто он шлифованный. Ощущается в руке очень приятно. Разные варианты чехольчиков. Для посеребренного идет очень мягкий, чтобы мод всегда был чистый, когда вы его достаете. Для уже вариантов с царакотом он более такой черненький, шершавенький, приятненький. Вот. Кнопка конструктив, я думаю, все уже привыкли и поняли, что от этого никуда не деться. Самый простой вариант, то есть эта цепь не участвует в контакте, несмотря на то, что она тоже выполнена из меди, тоже имеет посеребрение и покрыта царакотом. Вот. Тем не менее, как бы зачем экономить, если можно сделать действительно хорошо. Вот. Сама кнопочка массивная, достаточно прям увесистая. Два варианта пружины в комплекте, то есть одна помягче, одна пожестче. Там уже вы на ваш выбор выбираете, какая вам удобнее. Вот. Диаметр 24 мм. Доступен будет в ближайшее время во многих веб-шопах. Благо у нас действительно растет спрос на механические моды. Более подробно, как всегда, вы можете узнать через какое-то время после выставки на нашем сайте, на нашем YouTube-канале. Поэтому не пропускайте, подписывайтесь. Увидимся, до встречи.